Поехали! Ой, сейчас я тебя уберу отсюда. Ну вот, мы уже начали. В общем, Ксюша, наверное, Ксюша, привет! В этот знаменательный день, я точно как президент буду говорить, мы хотим поздравить тебя с днем рождения. Ты можешь увидеть меня тут, внизу экрана. Арпи, что ты хочешь сказать? Да, я такая большая, что это ужасно. Ну... Ой, я на самом деле не знаю, как надо поздравлять правильно президентов, а то сейчас не то ляпнем, и Ксюша такая забанить. Забанит нас. Вот, вообще, я не знаю, хотел сделать какой-то... Ну да, забанит нас за какие-то лишние слова. Вообще, я не знаю, хотел сделать какой-то очень милый подарок. В итоге мы слили такие неоригинальные, неприкольные, не придумали ничего круче, чем записать тебе видео. Да. Вот. Мы, вот, да. Но в первую очередь хотелось бы тебе пожелать закончить университет хорошо, там, чтобы сессия тебя больше не мучила. А то ты обещала приехать, и не смогла, и все из-за нее коварный. Вот. Ну, желаю тебе, главное, это кушать и не поправляться, никаких там диет, только тортики, пончики и много-много вкусностей. Пирожочки, вот. Пирожочки. Ну, что там еще? Да, еда — это самое главное, потом все остальное. Да. Вот, желаю тебе... Ну, наверное, человека, который будет твоим мужчиной всей твоей жизни, чтобы ты наконец-то его встретила, потому что это тоже очень важно. Вот. Ну, давай, Лиль, поддерживай это все. Я теперь думаю, что мне сказать. Ты все сказала. Ой, Ксюша. Ну, я не знаю, наверное, желаю поменьше нервничать. Вот. А то это суровая доля... доля, админская доля, да, она такая. Вот, так что побольше вдохновения, короче, пойду, да, по таким, побольше вдохновения, а то побольше кушать и не толстеть тебе уже пожелали. Вот. А, раз уж тебя там не получилось, она же должна была приехать, да, вот, в феврале или когда? Да, она должна была приехать сейчас, но не получилось. Ксюша, иначе мы ждем тебя летом. После 13 июля ты должна приехать. И мы сходим, я уже не знаю на что, правда, в кино, но мы обязательно сходим, как в прошлый раз. Может быть, посмеемся над чьими-нибудь бровями снова. Вот. Да. Блин, что еще пожелать? Блин, я тут мы должны сказать, какая Ксюша невероятная. Да. 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 Вот надо подлизаться еще, чтобы мне разрешили еще пару персов. Куда тебе еще? Мне больше, ты не понимаешь. Да, вот, в общем, я на самом деле очень рада, что нам удалось познакомиться, и если бы не сходка и не приезд Лили, у нас бы ничего не получилось, поэтому тут она играет немаловажную роль. Вот, но я очень рада, что нам удалось познакомиться тесно и начать так общаться, потому что ты, Ксюша, очень добрая, очень милая, и вообще такая вся замечательная, что мне правда кажется, что мы очень давно знакомы. Я цитирую твое письмо по ссылке. Вот. И вообще очень здорово, что есть, ну, форумы, и сколько бы давно не ржали всякие там чуваки, которые думают, что я в 20, почти 3 года занимаюсь какой-то хернёй. На самом деле это не так, потому что благодаря форуму нам удалось познакомиться, и мы такие друзьяшки теперь. Значит, лето серьезно. Попробуй только не приехать, я приеду в Калугу, мы с Лили приедем в Калугу, будет много времени. Да, у меня будет отпуск, и я рискну совершить и такую поездку. Почему нет? Да, и мы побьем тебя, что ты приехала. Да, мне уже вообще нечего бояться. Я уже ночью в Питере ехала на вокзал, боясь вообще потеряться где-то в метро, так что могу поехать и в Калугу, если надо. Да, блин, я на самом деле Ксюшу вообще уже знаю 4 года, получается, поэтому... Там вообще все друг друга знаете, бесите. Да, ну, блин, ну, увиделись-то мы только вот... летом, в сентябре, это вообще совершенно случайно все получилось. Вообще все случайно получилось, и так классно. Звезды сошлись. Звезды сошлись. На самом деле, это я просто к вам пришла, и все так идеально. И все, да. Все из-за меня. Ну ладно. Будем превозносить тебя. Ксюша, мы подсмотрели, что тебе исполняется 21, да? Да, и теперь по законам Америки тебе можно все. Да, Ксюша, ты можешь... поехать в Вегас. Да. И затусить там. И затусить, и выйти замуж за кого-нибудь. Да, еще можешь выйти замуж. Да, так что да. Выбирайся мужа, поедем. Поедем, да, ты только нас возьми. Свадьба, все дела. Кто будет есть торт, в конце концов, если не мы? Да,
тоже это самое главное. Причем я знаю, что если мы поедем по дороге, где-то потеряется Юля, а потом мы будем ее искать, как в фильме. По-любому. Это будет как мальчишник в Вегасе, а Юля тот самый чувак, который всегда теряется. Да, и этим чуваком по-любому будет Юля, потому что... Ну, потому что... Потому что... Потому что Юля. Потому что она всех забывает в лицо и не помнит, как кого зовут, как она говорит. Эй, ты чувак, ну как тебя там? Ну... Да. Типичная Юля. В общем, мы что-то куда-то снова не туда ушли. Ксюша. Вроде поздравляем Ксюшу, ушли. Да, сидим. Сейчас мы запишем, не знаю, на сколько минут тебе видео, но ты уж нас послушай. Да, и не бей нас сильно после этого, главное, не удаляй, иначе мы не переживем. Да. Вот. Потому что вся наша жизнь с Лилей проходит на форуме, но все это уже заметили. Больше ничего не делаем. Не кушаем, только пишем посты. Да. На самом деле, это правда. Мы продали душу дьяволу, теперь можем не спать никогда и есть тоже. Но мы кушаем, правда, потому что мы не можем без еды. Да. Еще без чая. Это святое. Да. Но без этого мы бы не смогли писать просто. Да. Не было бы идей, вдохновений. Да. Вот. Поэтому, Ксюша, чтобы у тебя в холодильнике всегда была вкусная еда, а пальцы твои писали вдохновляющие посты. Да. Ты и так их пишешь, ну, пусть это будет всегда. Вот. Да, пусть все тебя радуют. Да, пусть все на радость тебе пишут, как мы говорим, пишите посты, голосуйте на топе. Да, чтобы всегда так было, чтобы Ксюша была довольна. Да. И счастлива. И счастлива. Да. А если счастлива Ксюша, то счастливы и мы. Да. Все, я нашла идеальный залог успеха. Ксюша должна быть всегда счастлива, чтобы мы тоже были счастливы, чтобы была гармония. Короче, вот. Да. Это можно вписать в какую-то китайскую заповедь. Это надо над шапкой форума повесить. Крупными буквами. Предлагаю следующий дизайн. Написать «Счастлива Шарлотта, счастливы все». Да, прям. Идеальный лозунг для форума. Вообще. Все. Да. В общем, Ксюша. Да, мы еще раз поздравляем тебя с днем рождения. День. Будь счастлива. Побольше кушай. Рожай детей. Ну, потом. Отлично. Сначала выходи замуж, короче, мы приедем на твою свадьбу. Это я обещаю. Затусим тебя. Да, затусим, потеряем Юлю, а потом поедем домой. Вот. Да. А потом уже будешь рожать детей. Мы тоже будем приезжать. Да. Да. По-любому. Ты от остальных не избавишься. Да. Короче, попала. Ты попала, Ксюша. В общем... Мы тут, конечно, в конце упоролись, как могли, но да, нормально. Мы всегда упоротые. Да. Не знаю, что, будем закругляться? Да. В общем, да. Ксюша, happy birthday to you. Да, и мы любим тебя, Ксюша. Да. Спасибо, что досмотрели нас до конца. Ну, а кто не досмотрел, тот не увидел породах просто. Да. Короче, в общем вот. Всем пока, Ксюша, день рождения. Я сейчас все выключу. О боже, 8 минут!